Да, приветствую, Олен, привет. Здравствуйте вам, Хасай Магомедович. Как жизнь молодая? Слушай, очень хорошо. Это ты картину повесил. Это новая картина или сколько ей уже времени? Ну и сколько-то времени. Ну, молодец. Да. Юморист. Слушай, я только на минутку, потому что я там очень занят. У нас же вебинар Шейлы завтра. Вот 20 часов. 15 числа. Ну, я тоже на Нет, минутку. подожди, у нас 15 или 14 Шейлы? 14 числа у вас завтра. Завтра 14 числа в 20 часов. Именно. Поэтому я сейчас к нему готовлюсь, потому что я вычислил, ты не представляешь, удивительную вещь. Я проанализировал практику всей нашей работы за многие годы с тобой и Шейлой. Эффективность. Почему эффект высокий? Я вычислил, почему. Потому что есть один момент, на который мы просто не обращали внимания. Я его вычислил. И я хочу на вебинаре Шейлы завтра об этом сказать. И с тобой. Когда мы с тобой будем проводить? Или ликбез, или вебинар? Когда ты настроен? Ну, давайте вебинар через раз будем втроем, всей Ну, да. семьей. Ну, очень хорошо. А я Давай. пока это систематизирую, то, что я открыл. Я Хорошо. пока это систематизирую. Ты знаешь, я даже не успеваю почетным участникам нашей школы разослать сегодня пригласительные билеты. Потому что я тогда не успею этот анализ сделать. Но я думаю, меня простят, все поймут, потому что я дам потом на ликбезе кусочки этого всем. Ну, конечно, поймут и простят. Ну, конечно, потому что иначе я не смогу это сделать. Хасай Магомедович, так Да. я вам про эффективность можно перебью на минутку. Ну Про давай. эффективность. Так дело в том, что сегодня, во-первых, месяц, как я открыл свой YouTube-канал, Да. одновременно сайт, и на сайте к нам записываются на прием индивидуальный, но прежде у нас бесплатная ознакомительная предварительная консультация, и пока я ее провожу в течение 10 минут, появляются случаи, что человек уже без стресса и забывает, что его беспокоило. Мы переходим на такие плавные какие-то темы, и прям видно визуально, что у него и мимика лица, и ритм речи, и какие-то вот рефлексы уже другие. То есть за 10 минут той самой предварительной бесплатной встречи, когда я должен составить его портрет текущего состояния психологического, да, и предложить одно занятие или курс наш базовый, три занятия, он уже в конце этой встречи бесплатной предварительной, он уже вот, то есть вот это об эффективности, что я и хотел вам Ну, это тобой. профессионализм, Олен. Никто в этом не сомневался, что ты умеешь так делать. Я не об себе, я в ключе, я раздаю ключи, вот в чем Я дело. Я раздаю понимаю. ключи. Да я понимаю, я всегда горжусь тобой. И Шейла, и тобой я всегда горжусь. Я вот что думаю. Мне, честно говоря, вот сейчас не до всего этого. Мне надо сегодня досистематизировать, чтобы на Шейлином вебинаре, а потом и с тобой на вебинаре и на бесплатных ликбезах этот материал дать. Иначе я не смогу его сделать, потому что такого материала вообще в мире нету нигде. Все, я вас больше Там не что, с отвлекаю. чем связано с ауто после действия момента истины, что любой страх, любой стресс, любое состояние неуравновешенности можно использовать. Ну, короче говоря, мне остались сутки. Я пока весь этот материал сделаю. Давай, потом все будут знать и радоваться. Да. Давай. Крепкого здоровья и творческих успехов. Мы же ждем. Вы А, елки-палки. контролируете. Ну нам же надо. Нам же надо, нам всем надо. Вообще, в принципе, это надо всем на планете. Сейчас ситуация какая? Кругом суета непонятная. Вчерашний день никто не Вот знает, наша что. школа, чей будущий Homo Futurus для этого и существует. Ну Чтобы внести гармонию в это дисгармоничное событие, да. напомню, хаос, к порядку, чтобы пришло, через осознание. Да. Да. Я вот осознал, поэтому я дам. Давай мы сейчас закончим, потому что, извини, я сейчас очень занят. Конечно, до завтрашнего вебинара. Всего вам Давай, хорошего. давай, счастливо. До завтра. Всего хорошего.